Лайв студія на 7-му каналі. Мене звати Світлана Пензова. Мої вітання. І одразу розпочинаємо із гарячої теми дня. В Одесі напали на адвоката, кандидата на посаду Одеського міського голови. Як це трапилося, будемо з'ясовувати просто зараз. За одним столом зібралися такі гості. Це політик Олег Михайлик і адвокат Юрій Білянський. Я вітаю вас. Добрий день. Відкриваємо лінії для голосування і цікавимося вашої точки зору стосовно таких нападів перед, напередодні місцевих виборів. Що це? Перший варіант відповіді пропонуємо – це розправа з політичними конкурентами, або другий варіант відповіді – просто особисті мотиви. Будь ласка, голосуйте, можна додзвонитися до нас у прямий ефір 726-3326, висловитися з приводу теми нашого ефіру, сказати свою позицію. Будь ласка, телефонуйте, можна анонімно писати повідомлення у Viber теж. Пишіть, обов'язково прочитаю всі повідомлення. Отже, Юрію, стався напад саме на вас. Розкажіть, будь ласка, як і коли, за яких обставин це трапилося? Вечером после того, как я возвращался с магазина, это было с 3 на 4, 22:30 приблизительно, а когда я зашел в подъезд, неизвестное мне лицо накинуло мне удавки на шею, начало душить, повалило на землю, ударил меня головой о стену, у меня кровь пошла. Я буквально там пару минут пришел в себя, нанес ему пару ударов под дых. Я когда-то занимался борьбой и как бы знаю, как это делается. У него руки расслабли, и тут внезапно на мое счастье, наверное, появился свидетель. Он испугался и убежал. Нападник саме злякався, але він встиг вам нанести тілесні ушкодження, і це зафіксовано, правильно? Ну, звісно, так. Да. Експертиза зроблена, поліція визначено головне діло, внесено в ЄРДР. Я сподіваюся, що должним образом тепер будуть розслідувати. Єдине, що в ЄРДР вони вказали, статью основания – это нанесение легких телесных. Однако я с этим не согласен. Здесь прямой умысел о покушении на убийство. Угу. Поэтому мы будем делать переквалификацию. Надеюсь, нам пойдут навстречу. А чому у правоохоронці одразу така реакція, так? Така кваліфікація з огляду на що? На медичну довідку чи як? Ну, во-первых, как бы експертизи ще не було, вони не можуть основуватися на цьому. А легкий телесний чи ні, опять же, це підтверджує, должно підтверджувати експертиза. А чому так указали? Ну, наверное, може бути із-за необізнаності. Скорее всего, так. Если позволить, так, мне, нас, потому что человек, который сталкивался не один раз, к сожалению, к экспертизам и все, надо понимать, что нанесение легких телесных повреждений чаще всего заканчивается тем, что пострадавший опускает руки, правоохранительные, там, полиция закрывает это дело, и даже в случае того, когда находят исполнителей, то заканчивается все каким-то административным штрафом. А статья покушение, подготовка и покушение на убийство – это совсем другого уровня. Это одна из самых тяжких статей Украинского криминального кодекса. Ну, в принципе, и как во всем мире. Когда открывается по покушению на убийство, здесь должно быть и надзорный орган прокуратуры действоваться. И вообще это совсем другая статья, по которой необходимо проводить расследование. И следственные действия совсем другие. Конечно, совсем другие следственные действия, поэтому полиция однозначно. Ну, что там, тебе же шею не сломали, там, голову не пробили, ты же в больнице не лежал, хотя все то, что происходило, вот как Юрий говорит, это абсолютно указывает на одно, что пользовались специальной удавкой, поджидали, это все была подготовка, ничего не взяли, ничего практически не сказали. Умысел, нет, сказали, даже сказали от кого, но поскольку тайна следствия, я не могу это назвать, наверное, надеялись на то, что я как бы больше никому не смогу это рассказать. Но по счастливой случайности случилось так, как оно случилось.
Але варто зазначити, і важливо, що погрози були вам і раніше. Так, да, угрози були раніше, мною були написані заявлення в поліцію, ну, абсолютно ніяких дій не було. Даже мені не визивали на дополнительний опрос, і тим більше не відкривали ЄРДР, не вносили інформацію в ЄРДР. Ну, цікаві дії правоохоронців, коли систематично на одну людину так йде, ну, така в прогресії, так, спочатку, ну, да, попередження, погрози, потім вже, ну, зашморг на шию, а ну, тому що дивіться, повністю розвалена правоохоронна система, яка не то, що не може, вона і не хоче нічим займатися. Ну, є погрози зафіксовані на телефоні. Це СМС, так? Так. Це СМС. Хоча б перевірте, кому належить цей номер. Тому що ми намагалися перевірити це самі, але, на жаль, номер був вже відключений, тобто я так розумію, що він був використаний тільки один раз, з однією ціллю, але завжди можна розшукати, з якої позиції це СМС надсилалося, де цей номер був... Були раніше засвідчені лінії? Чи був він раніше десь там приймав участь, предісторія, де він його купували? Тобто ніхто навіть не проводив ніякі слідчі дії, навіть, як Юрій каже, що навіть ЄРДР ніхто не зареєстрував, хоча, ну, це обов'язок їх. Обов'язок. Але, так, на суб'єктивну розцінку, так, що це не варто уваги, то й не будемо фіксувати. Да, так і діє наша правоохоронна система, так. І з практики так завжди. Поэтому, естественно, мы будем пытаться привлечь максимальное внимание к происходящему депутатам Верховной Рады, всеукраинские СМИ, потому что понимаем, что никакой помощи со стороны правоохранителей в Одессе ждать не приходится. Ну, когда человеку присылают, что мы тебе почки отобьем за то, что ты там, за то, что ты там делаешь, что ты не с тем связался, с Михайликом, там, с кем-то еще, потом ему фактически набрасывают на шею гороту, это специальный инструмент для убийства, и опять, даже первая квалификация была абсолютно смешная, но это абсолютно неправильно. Будем однозначно поднимать какой-то информационный шум, спасибо, что вы подключились. Такое впечатление, что в Одессе вас никто абсолютно защитить не может. Юрію, а особисто ви з чим пов'язуєте ось ці повідомлення, тепер напад, саме з вашою адвокатською діяльністю? З якими справами? Поки слідство не закінчиться, я не можу це сказати. Олега запитаємо, як думаєте, які конкретно справи? Не можу сказати, я теж, тому що Юрію виднее, однозначно... Значит, мы принимаем участие как минимум в двух процессах по двум незаконным стройкам. Первое – это стройка прямо на трассе здоровья в Аркадии, где хотят построить 4 12-этажки. Юрий там ему представитель. И после именно того, как мы вынесли определение суда в качестве обеспечения иска о запрете проведения строительства и начали этим плотно заниматься, появились первые угрозы. Вчера мы включились в процесс по уничтоженным депутатам городского совета Кисловским, понятно, что принадлежащим к мэрской партии, доверяя делам, кортам в парке Шевченко, где будет шестисекционный многоэтажный дом. Но опять же, Юрий уже год где-то находится в нашей команде, он является моим представителем не только в судах, он будет доверенной особой в ТВК. И мы сейчас проводим эту избирательную кампанию, поэтому привязаться к чему-то одному сложно. Естественно, как адвокат, вероятно, он там принимал участие и в других делах. Я бы очень хотел бы, чтобы правоохранители не начали уводить в сторону, а приняли во внимание всю его деятельность и нашли... Хто це зробив і з чим це зв'язано? Олеже, ну одразу згадуються напади на вас. І як просувається розслідування? Ні, чи воно гальмується взагалі? Ніяк не проходить. Уже скоро буде... Скільки, да? Уже більше року пройшло. Так, так. Більше року, да. В іюні минулого року розслідування було зупинено в зв'язку з відсутністю речового доказу, як вони це вважають.
І де той речовий доказ, навіть досі Генеральна прокуратура не може внятно відповісти, чи забрали його, витребувала в Німеччині чи ні. І ніякого розслідування не велось і зараз не ведеться. І по цьому поводу ми винуждені були подати документи в Європейський суд по правам чоловіка, їх прийняли к розсмотренню. И если государство Украины не в состоянии не то что защитить своих граждан, но даже провести должное расследование, значит, будем обращаться к европейским практикам, Европейскому Союзу. Самое обидное, что об этом все знают, понимаете? Вот все об этом знают. Приезжал в Одессу новоназначенный посол Германии, мы с ней встречались, она спрашивала, как, что, то есть... Есть какая-то коммуникация с послами какого-то Евросоюза, там, с их службами, а в Украине это никому не нужно. И в преддверии выборов беда в том, что, к сожалению, я думаю, что на этом все не закончится. Так, попереду самый найгарячейший час. Вы думаете, что будут прецеденты еще, и не только с вашего... Я бы очень хотел бы ошибаться, но думаю, на этом не закончится. Как только кто-то появится, кто действительно сможет противостоять, либо будет представлять хоть какую-то угрозу действующему мэру Труханову, пока еще, надеюсь, действующему, и к его... партії, вони будуть розправлятися з максимальною жорстокістю для того, щоб ніхто не посмів ні на що навіть претендувати. Кстати, господин Філімонов об этом тоже не один раз говорил. Я не знаю, наскільки это подтверждены его были слова, но он эту тему затрагивал. И это вопрос к центральной украинской власти, к президенту, почему в Одессе мы до сих пор живем в какой-то Одесской бандитской республике. Нібито такому відірваному, іншому, інакшому світу. Ну, говорят, да? Что и в других городах примерно такая же ситуация. Но мы не знаем, какая ситуация в других городах. Нам бы хотелось бы, чтобы навели в порядок в Одессе. Ну, по крайней мере, это все, эти все действия, они незаконные. И как одесситу, это очень обидно, что происходит в нашем городе такое. Ну, дійсно, виходить так, що просто біля твого будинку може напасти невідомий на тебе, так, а потім легкі тілесні, в кращому випадку, таке кримінальне провадження відкриють. Тут постає запитання, чи взагалі можна убезпечити себе, чи це неможливо? Неможливо від такого гарантовано убезпечити себе? Самому себе обезпечити від подобних дій, я думаю, це невозможно. Поскольку со времени я общаюсь с разными людьми и с представителями криминального мира периодически тоже по своему роду деятельности. И они сами говорили о том, что когда Аваков пришел к власти, то очень много с его подачи завезли в Украину людей криминального мира. Очень много. Поэтому я думаю, что пока это не закончится свыше, пока это все не ликвидируется, ничего не поменяется. И о безопасности какой-то даже можно не мечтать. То снова ж таки система. Система. Ну, смотрите, вот, не хочу там приводить свою аналогию, да, вот я шел домой, да, наняли профессионального киллера, который стрелял. Как можно себя обезопасить? Никак. Юрий, который никогда, как я понимаю, так же, как я, не принимал участие ни в каких-то там разборках финансовых, экономических, делал честно свою работу, достойно, занимался своей адвокатской деятельностью, возвращался домой, в подъезде накинули удавку на шею. Как от этого обезопасить? Теперь, конечно, будет оглядываться. Как можно себя обезопасить, если, там, идя где-то по улице, тебя кто-то не ударит по голове, дубинкой, просто проходя мимо, практически невозможно. Но беда в том, что безнаказанность, она еще порождает еще больший беспредел. Все, что было до этого, осталось безнаказанно. Значит, те, кто прийти могут следующим, они понимают, что они тоже будут безнаказанными. А зачастую к этому всему имеет отношение и сама полиция. Ну, давайте говорить так, как есть, а не так, как кому-то хочется думать. И будут указывать легкие телесные. И будут указывать легкие телесные. Да, человека чуть не убили. Хорошо, что он оказался здоровым парнем, знал, как дать отпор и
и хватило сил, и все так сложилось. Ну, а если бы задавили бы удавкой бы... Так, і інколи і фізична підготовка може не врятувати там раптовість. Да, однозначно. Або інші види якісь озброєння. Юрію, все ж таки, які ваші подальші кроки? Так, проговоріть, будь ласка, якщо зараз кримінальне провадження за кваліфікацію легкотілесні ушкодження... Перекваліфікація, обов'язково. Давлення на поліцію, щоб вони робили свою роботу. Хоча це странно звучить, давлення на поліцію, щоб робили свою роботу. Але, тим не менше, це потрібно робити. І сподіваюся, що це у нас вдасться. Так. Довести це діло до кінця. Олеже, як будете сприяти? Максимум. Сьогодні ми там постаралися повістити журналістів всеукраїнських ізданий, що в Одесі почалась передвиборна бойня. Це вже не гонка. Это реально бойня. И то, что там в судах происходит, можно поэтому разному относиться. Знаете, нам говорят, Зеленский звонил куда-то, не звонил, одного поставили, сняли. Это хотя бы касается админресурса. Но когда переходит к физическому насилию в борьбе со своими оппонентами, конкурентами, ну это однозначно недопустимо. Это просто сваливание в какую-то там африканскую страну, типа Сомали. Так мы живем в европейском городе, в 21 веке, или в каком-то там 18-19, какой-то там, не хочу опять говорить, там Бангладеш, Сомали, не хочу не обидеть никакую страну, но порядки, к сожалению, вот такие. Даже криминал, наверное, не живет по таким правилам, потому что если ты живешь честно и ни у кого ничего не отобрал, то почему с тобой должны расправляться? Только потому, что ты стал конкурентом действующей власти. И это однозначно вопрос к министру Авакову, к службе безопасности Украины, к президенту обеспечить нам всем наши конституционные права и в первую очередь защиту. Так, тим паче, дійсно, залишається трохи більше 2 тижнів до, власне, голосування, до місцевих виборів. І було б добре, якби кожен почував себе безпечно на вулицях міста. Давайте дивитися думку наших глядачів щодо нападу, про який ми говорили останні 20 хвилин, на адвоката Юрія Білянського. Що це? Розправа з політичними конкурентами 86%, більшість за цей варіант, особисті мотиви 14%. І я попрошу прокоментувати. Почнемо з вас, Юрію. Ну, особисті мотиви, я так думаю, що це вряд ли, тому що я нікому на ногу не наступав, і ніхто, вроді, як на мене не обіжався. Хоча, Бог його знає. Але не до зашморгу на шиї, да, так? Можна трохи образитися. Але... Це точно. Так, Олеже. Вы знаете, когда на меня было покушение, я вспоминаю бывшего начальника полиции, который вышел и рассказал, что есть целые 5 версий, по которым всем они будут работать. Понятно, что часть из них была настолько ничтожными и бесполезными, что их можно было даже не называть. Называли там какие-то хозяйственные разборки, какой-то рынок успех. О чем и даже я тогда не знал, и только после этого понял, о чем они говорят. Ну, особисті мотиви, знаєте, там, любые особисті мотиви не можуть у нормальних людей в цивілізованому обществі доводити до попиток убійства. Это никакого сомнения у меня нет. И остается то, что, в принципе, наверное, считают большинство одесситов. Расправа с политконкурентами. Расправа с политконкурентами. Mm-hmm. Потому что все, знаете как, как-то так все сложилось почему-то сейчас, когда начинается предвыборная гонка, и дай Бог, чтобы это было самое худшее, что произошло в этот период. Панове, я вам дякую за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Ми будемо продовжувати слідкувати за цією ситуацією. Політик Олег Михайлик і адвокат Юрій Білянський про напад на адвоката напередодні місцевих виборів в Одесі. А я з вами не прощаюся, побачимося після випуску новин.